Все лучшее детям. Школе бокса в Абае, что в Карагандинской области, подарили спортинвентарь. Спонсором выступила компания ArcelorMittal Timmertau. На крупнейшем металлургическом предприятии уверены, такой подарок станет стимулом для юных и подрастающих спортсменов. В стенах этой спортивной школы начинали свой путь чемпион мира по версии WBC Олег Маскаев, непобежденная чемпионка мира Наталья Рогозина и олимпийский чемпион Серик Сапиев. Кстати, тренер именитого боксера до сих пор здесь работает. У нас в боксе есть перчатки тренировочные, а есть, которые только для соревнований. Вот для соревнований перчатки, они дорогие. Они дорогие, и вот огромное спасибо, что Metal Steel нам, ArcelorMittal, купил эти перчатки, подарил. У детей появляется желание, когда они видят, что есть хороший спортивный инвентарь. Они начинают стремиться, они начинают еще с большим рвением заниматься. Из-за режима ЧП в школе пока не проводят занятия, поэтому новогодние подарки воспитанникам привезли домой. У меня два сына занимаются боксом, уже старший более около 3 лет, и вот около года младший пошел тоже. Я благодарю ArcelorMittal за то, что нам подарили такие подарки, спортивный инвентарь. Боксерский зал оборудовали новыми зеркалами. Также учебному заведению подарили гантели, лапы, перчатки, спортивную форму и специальную обувь. В компании ArcelorMittal Timmertau уверены, спортивные успехи – это ценности, которые объединяют наших граждан. А подарки – это не только поддержка юных спортсменов, но и благодарность школе за воспитание чемпионов и патриотов своей страны. Биржан Валиев, Хабар 24.